Ребят, сегодня я вам расскажу очень ужасную тайну про Бора Поскана. Когда малыш пробегает, он говорит очень быстрые слова. Сейчас мы это послушаем. Так, и сейчас мы услышим, что он говорит. Так, скорость. Вот так. И сейчас вернем это назад и послушаем. Я труп, я проклят. Я пришел, я труп, я проклят, он говорит. Итак, это вот что он говорил. Он говорит: я пришел, я труп, я проклят. Если не верите, еще раз послушайте. Труп, я проклят. Давайте еще раз послушаем. Вот, ребята, это ужасная тайна. Ночью в 00:00 сняли в какое-то видео и сразу удалили. Родители ушли куда-то, и дети остались одни, они стали ссориться. Дружок взял нож, они все стали ими убивать друг друга. Они убили малыша, и из-за этого у этих появилось, нервы такие. Психи. Они стали психами, что у них малыш умер. И поэтому эта сказка говорит: я пришел, я труп, я проклят. Так что я говорю вам, нельзя смотреть Барбоскины. Это очень страшно. Так, давайте еще одно видео посмотрим. То есть я вам хочу показать другое видео, как он говорит. Вот он быстро пробегает, малыш. И сейчас я... Слышали, ребята? Он сказал: я пришел, я труп, я проклят. Короче, ребята, это самая ужасная тайна о Барбоскиных. Так что не смотрите эту сказку, это очень... Вот. Это очень ужасная тайна. Кому понравилось видео, ставьте лайки, подпишитесь на мой канал, пишите в комментариях, нажимайте на колокольчик. И всем до скорых встреч. Всем пока.